Доброе утро всем! Я проснулась с хорошим настроением. Вот, пора завтрак готовить. У нас сегодня будут сырники. Мы готовим раз в неделю сырники. И в нашей семье их очень любят. Плюс это... Извините, плюс это... плюс это вкусно и полезно. Поэтому... Пойдемте готовить. Ни единое утро не обходится без кофе Далгоны. На улице жара, поэтому пить холодное кофе самое то. Кто не помнит рецепт, спрашивайте в комментариях, я отвечу. Вот. Так хорошо слои держатся. Ребята, честно, это очень вкусно. Кто не пробовал, попробуйте. Сегодня у нас на завтрак сырники, поэтому у нас есть вот такой замечательный творог вкусный. Он у нас комочками идет, поэтому я всегда перетираю его через сыто. Чтобы сам сырничек был внутри очень мягким и нежным. Мой процесс перетирания творога закончен. Вот столько всего получилось. Пока мой любимый муж на работе, Ульяна еще спит, поэтому у меня есть время подать мои сырнички еще горячими. Так, я в процессе. Я добавила туда двое яичек, ванильный сахар. Вот, поэтому нужно еще не совсем немножечко сахара. Вот, и немножечко муки. Вот думаю, нужно, муку просеивать или нет. Я не буду рисковать, а просею ее, потому что хочу, чтобы мои сырнички были пышными, нежными и вкусными. Добавляем оливковое масло немножко. Вот, включить забыла. И ждем, пока сковородка разогреется. Вот такие у меня творожные ляпошки. Я положила туда совсем немного муки. Нежные, ароматные сырники – идеальный вариант для завтрака. Лучше придумать просто не могли. Вот такие пышненькие получаются. Я еще под крышкой держу, они томятся в небольшом количестве масла. Вот. Такой у нас завтрак. Я уже себе приготовила, немножко попробовала. Это божественно вкусно. Люблю красивые завтраки. Ульяне добавила тоже кленовый сиропчик. Ульяна, завтракать! Чаек, доброе утро! Доброе утро! Ты выспалась? Да. Все хорошо? Супер! У нас сегодня на завтрак сырнички. Полила кленовым сиропчиком и чаек. Так что приятного нам аппетита. Да. Спасибо, нужно говорить. Спасибо. Время готовить новые смузи с новым вкусом. В прошлый раз готовила сельдерей, яблоко и морковь. Если честно, такое, как будто отдельно нарезанные овощи и фрукты. В общем, мне не понравилось. Хочу попробовать с киви, банана и авокадо. Это будет, наверное, супер диетическое смузи. Вот. Туда нужно немножко будет водички добавить. Что, Ульяна? Да? Ну тогда жди, посмотрим, что получится. Кстати, сегодня разрезали драгонфрукт. Ну, честно мы скажем. Ну, я не знаю, это просто для красоты, конечно, я думаю. Никакое. Оно супер красивое, правда? Но оно как бурьян, никакой фрукт.
Но мы иногда покупаем, чтобы для разнообразия, в общем, да, к фруктовой нарезке, вот так. В общем, приступим. Нужно все покрышить и в блендер. Все, поехали. Ну что, наш супер полезный смузи готов, да. Зеленого цвета. Ой, это то, что я хотела. Я волнуюсь про это. Волнуешься? Я волнуюсь, я хочу, чтобы он мне понравился. Я просто всегда пробую зеленое что-то, а оно мне не нравится. Ну, это полезно. Пробуй. Так, сейчас. Да. Только честно скажи. Но не фукать, не бэкать, ничего. Честно скажи. Это все полезно. Чуть-чуть вода? Да. Ну, вода, да. Вода, банан, авокадо и киви. Честно говори, да, нет? Вкусно? Медиум. Короче, ей нравится... Какой смузи? Клубнично-банановый. Да. В общем, я сейчас попробую. А ну-ка. Ребята, это вкусно! Ульяна, это вкусно! Но мне кажется, холодное. Это нужно пить холодненьким, да. Сюда льда можно положить. Давай льда, давай. Да? Я хочу со льдом попробовать. Вот это я придумала! А потом мы Все, будем для банан, гурманов. А потом мы будем банан и вот эти. Блюберри, мы уже делали с... А, да, с ягодой. Давай потом с лимоном. Пошли посмотрим, что с погодой. Я не думаю, что... Где наш... Больше. А ну. Ой, дождь. Опять дождь. Опять мы никуда не поедем. Возьму машину эту всю. Папа наш еще на работе работает, денежку зарабатывает, молодец. Короче, у нас опять испортилась погода. Вот вам Канада. Но смузи просто супер, просто amazing. Супер. Да, amazing. У нас балкончик открыт, чтобы заходил свежий воздух. Алена, осторожно, папулечка, привет. Папулечка пришел с работы. Мы ужин готовим. Да? Да. Почти готов все. Ульяна. Так что давай мой руки. Сюда мальберта зави. И давай. Рычит, рычит. Давай иди мой руки и будем ужинать. Да, чтобы можно. Я целый день готовила. Да. И я вам не показывала. Можно мне показать? Но я целый день готовила. Значит, буду есть. Все, да, давай, хорошо. Давайте мыть все руки и будем вкусно ужинать. Ты так что там скучала, скучала? Скучала. Что там любимая нам приготовила? Мне нужна твоя помощь. Да? Ух ты, какое так. Мясо! Мяско какое вкусное! Это свинина у нас или да? Да? Это мэш олон? Балык, это балык. Балык? Балык это что на русском? Это балык. Да. Есть сухое, нежирное мяско. Угу. Так. Мне не кажется, что это балык. Балык. Мне кажется, это что-то другое. Нет, это балык. Да? Ой ты... Смотрите, так, какое... смотрим. Я еще это мясо начиняла. Сочненькое. Да. Распоролась. Начиняла. Ты чеснок положила? Да, и морковку. И морковку, ага. Прожарилась, да? Протушилась? Да. Ну да, да, красиво. Мяло а сверху красиво. Специи, да? Да. Наши вот это, что вам большую банку купили? Да. Да? Была большая, а купили маленькую. Разве? Да. Я думал, мы большую последний раз покупали, не? Нет. Маленькую? Да. Ну ничего. На тарелочку. Вот это прижарилось. Ага, да-да-да, снизу классно. Да. Смотрите, да. Какой кусочек. У нас будет супер вкусный ужин, да? Да. Еще потом будем что-то вкусное готовить? Да. К чаю. Разломался, но ну как твой день прошел? Сегодня я взяла выходной для себя. Да. Уделила себе время. Да. А что ты делала? Как ты уделяла себе время?
Вдохновлялась. Ой. Да. Готовила кушать. У меня перец фаршированный еще. А потом вижу, мясо вижу. Запекала. Что еще? Начиняла его. Потом готовили с Уляной смузи, экспериментировали. Потом пила свое любимое кофе Далгона. Я не знаю, я его так Далгона люблю. Прям, прям аж хотела его. Ты уже его называешь Далгоны? Да, не жирное мясо, свиное. Но оно же сверху, мясо. Сверху жир был же, не? Вот, поэтому он мягкий, да, видите? Да, да. Вот, вкусняшка такая. Этого нам хватит на пару дней. Ты думаешь на пару дней? Я рассчитывала, думаю, до конца недели. Я думаю, пару дней, два дня где-то, да? Три. Ну, все. Вот так оно выглядит. Я делаю такие надрезы ножом и ложу туда, впихиваю, или как правильно сказать, да, чеснок, да, и морковку. По всему куску этого мяса. Супер. Умничка. Да, я старалась. У нас прям пир, правда, Антон? Вот свежее мяско. Остался вчера еще. Фаршированный перец сегодня еще делала. Ульянина порция. Что? Хорошо. Да. А салат вот сельдерей, лук, порей, помидор и авокадо. Я еще, кстати, положила в салат. Да. Заправили мы оливковым маслом. И бальзамическим уксусом, правильно, да? В общем, давайте, вкусно. Давайте, девочки, вы, да, авокадо, да, будете сами экспериментировать. Без моего будем, мешать. Будем. Ну все, приятного нам аппетита. Приятного аппетита. Да. Итак, наше приключение начинается. Любимый готовит сегодня что? Как я обещал, давай я буду коктейль. Коктейль. Или шейк, непонятно. Молочный моего, коктейль, окей. Моего происхождения. Происхождение? Да, то есть, ну, как бы я его, можно сказать, и придумал для себя. Ульяна помогает, спасибо. Ты можешь помочь стоять, смотреть. Да, и улыбаться. И все. Улыбаться. Мама по жизни твоя просто улыбается. Мы в прошлый раз готовили, добавил много молока, он жидкий получился. А сейчас попробуем меньше. У нас ванильное мороженое мы купили в Walmart'е. Я обожаю ванильное. Банан и молоко, в принципе. Если обычно мы мороженое берем еще шоколадными такими штучками. Чипсы, да, шоколадные. И пожирнее. Главное пожирнее. Весь секрет пожирнее мороженое должно быть. Потому что если не жирно, это будет... Смотрите, сколько мороженого. Невкусно. Это будет жиже. Он просто будет такой жидкий. Надо блёд еще добавить. Да. Коктейли я люблю. Если ты хочешь, чтобы это было холодное, то обязательно 3 или 4 да, льда. Кубика льда. Мороженое же уже холодное. Да. Молоко холодное. Да, но когда мы пробовали, оно не было холодное. Так, ну, ты, да, Улян, ты путаешь смузи, а это молочный, да, коктейль, это другое. Сам по себе уже холодный. Это не диетический, да, напиток. Это для сладкоежек. Да. Для тех, кто помнит с детства молочные коктейли. Вкусняшка. Наверное, думаю, хватит. Ну, сбей, а ты там потом увидишь по консистенции. Давайте попробуем. 3 на 6. Так, Ульяна, осторожно. Я правильно? Я еще даже не умею этой штукой пользоваться. Так, потом давайте ты... блайн попробуем. Давай. Так, сейчас будет шумно закрывать смузи. Уши. Он, подожди. 3 нажимай. Так, стаканы. Готов. Где наши стаканы? Да. Ульяна, помогай, доставай стаканы. Мы на. Небольшой, там 600. Осторожно, горячий. 600 миллилитров. После думаешь. Маленький, зачем большой? Ты думаешь, у нас есть? Простой такой. Я специально не... Ты специально, а я специально возьму себе. Так, я пробую первый. Ты, Ульяна, вообще-то ела мороженое, так что... Да, ты сказал, что да, ты не будешь. Я не знала, что это будет. Ну как? Супер. Можно мне? Попробуй только, потому что тебе хватит сладкого. Ты выбрала мороженое кушать. Да, ты выбрала мороженое, тебе много сладкого. Все. До свидания, девушка. Да.
Не занимайте очереди. Говори всем до свидания. Я следующая на очереди. Смотрите, я стою в очереди. Пробуйте. Все, ты заняла мою очередь. Говори всем до свидания. Сейчас будет у нас family movie. Да. Ну как? Лучше, да? В прошлый раз жидкий был. Можно чай не пить со вкусняшками. Я специально сбил чуть-чуть, чтобы всем по глоточку там дать. Это очень вкусно, ого, если честно. Больше, это не глоток. Смузи, это вкусняшка. Ну, больше, чем глоток. Мороженое питательно, банан питательно. То есть, да, этого стакана хватит на полдня, чтобы не есть даже. Хорошо, не будем. Ну, вот такие у нас вечера, ребята. Оставайтесь с нами. Проводите с нами время. Да.